Сегодня подруга Марины Хлебниковой, певица Наталья Голькина, рассказала о состоянии Марины после выписки из больницы. По словам Голькиной, Хлебникова находится в боевом расположении духа и активно занимается восстановлением своего организма после происшествия. Когда она мне записывает голосовые сообщения, я слышу, что у Марины очень бодрый голос, так что она настроена очень позитивно, не падает духом и думаю, что скоро выйдет на сцену. Поделилась Наталья, а также добавила, что последний раз списывалась с подругой на новогодних праздниках. Она призналась, что не писала Хлебниковой 2-3 дня, так как сама немного приболела. Голькина рассказала, что с пострадавшей в огне певицей все в порядке. Она отметила, что Марина планирует сделать пластическую операцию в той же клинике, в которой проходила лечение.